Хорошее настроение перед школой? Да. Готов к урокам? Да. Как себя надо в школе вести? Хорошо. Слушать надо учителя, да? Да. Учителя надо уважать. Да. Потому что она вам дает знания. Да. Вас 30, она одна. Да. Поэтому надо вести себя хорошо. Да. Каждый день у нас рассказ, как нужно вести себя в школе. Хорошо. Хотя Кирилл себя неплохо ведет, конечно, но для профилактики надо. Да, красавчик? Mm-hmm. Почему он одет в одежду с коротким рукавом верхнюю? А потому что в классе жарко. Если одеть что-то потеплее, он спарится. И идти нам здесь до школы недалеко. Ты мой красавчик. Сегодня, кстати, у вас ни урочки не будут, поэтому ты придешь домой раньше. И сегодня пятница, и завтра выходной, и уроки до понедельника делать не надо сразу. А не задаст Вера Сергеевна, только на вторник. Еще тебе сразу подняла настроение, аж улыбаться начал. Ты мой красавчик. День домохозяйки начинается, конечно же, с уборки. Открыла дверь на проветривание, чтобы пустить свежего воздуха. Первым делом, как просыпаюсь, открываю двери, окна, для того, чтобы проветрить и вдохнуть свежего воздуха. Заправила у Карины постель, почистила под диваном, продезинфицировала. И теперь это все дело будет часа полтора сохнуть. И потом все сложу обратно. Ладычик, лопатусик. Очаровательная какая у тебя улыбочка, Тёмочка. Прям сразу поднимается настроение. Да. Вот так, вот так. Такое интересное отзывается на свое имя. Зовем его Артём. Он поворачивается. Да. Да, вы хорошенький. Какая-то радость. Детки, это большая радость. Ну, лично для меня. Дима Холёсий. Тёмочка. А будем с тобой заниматься? Или будем играться? Скорее всего, играться, да? Зачем, скажи, заниматься? Да. Значит, играться все же, да? Да, лучше будем играться. Развлекаться. Только надо тихо. Там Камилочка спит. Там Камилочка спит. Да, поэтому Тёмочке нужно вести себя тихо. Камила спит, Тёмочку тоже уложила спать, и мой завтрак. На завтрак сварила манную кашу, чуть так давно не ела манную кашу. И очень захотелось последние месяцы беременности, Тёмочка. Я прям каждый день хотела манную кашу, и я тогда ее так переела, и вот полгода потом ее не ела. Сегодня мне захотелось и сварила себе чаёчек вкусненький, и у меня здесь мед. Всем, кто ест, всем приятного аппетита. Камень такая деловая. Давай сок будешь пить. Бери бутылочку. Молодец. Такой сок морковный с мякотью. Тёмочке очень нравится. Пей, он полезный, Тёмыч. Тёма. Давай так, в ротик. Открывай. Давай. Машала. Вот это эти соки сады придонья очень вкусные, стеклянных таких вот бутылочках для малышей. Много разных вкусов, хороший состав. И заказываю их на Валберес. Там получается намного дешевле, чем покупать в магазине нашего города. В магазинах, точнее. Ну, Тёмыч, сейчас Бодик тебе переоденем. Ой, Бодик, говорю, Слипик.
мамочки. Давай. Где мой хороший? Тёма. Артём. Артём. Увлечён игрушками, Артём. Не знает, какую взять. И ту хочет, и ту хочет. Ну, все, собирайся. Ой, какой ему хороший. Все, все мои. Только не подавай ему, пусть это ползет, если ему это надо. Жалко, мой хороший. Тёмочка. Мать мой хороший. Красотка Ками. Чтобы ж контролировать, как я глажу. Зайка маленькая. Ну, а я, как всегда, занимаюсь глажкой. Хотела заснять, как она залазит на подоконник. Ждем лифт. Нет, давай иди сюда, Камень, ты куда побежала? Пойдем, лифт уже подъезжает. Пойдем, хочешь пешком? Пойдем пешком. Пойдем, лифт уже подъезжает. Добрый вечер. Давай пойдем, Ками. Спускайся. Умничка. Ты нам песенки, что ли, поешь? Погода просто супер. Ветра нету, тепло, хорошо. Лампочки такие тусклые стали. У нас по всему городу сейчас такие стали тусклые лампочки. Мы с подружкой Ирой гуляем по дворам. И она тоже заметила, говорит, очень тусклые лампочки и темно. Чего? Дельфинарий. Тёмочку. Я думала, на улице холоднее. Делаем ему уже зимний комбез, ему вечерняя прогулка. А на улице очень комфортно, прям хорошо. Можно было бы его полегче одеть, конечно. Здесь машин нет, давай сама. Не бойся, моя звездочка. Здесь свежий воздух, рядом море. Вот так целый день сегодня. Кирилл взял с собой самокат. Сладущик, лопатущик. Удобно вот это автокресло-коляска. Конечно, и автокресло, и коляску с собой, чтобы не таскать лишнего. Тишина и покой, народу мало. Красота. Сейчас пойдем на детскую площадку. Детки побегают. Тёмочка спит, что ли, Лёх? Всё, Тёмочка уснул. Класс. Разрешаю Каме бегать там, где нет машин. Приучаем так к самостоятельности. Но она далеко не убегает. И возвращается всегда. Ты туда пойдем, Кирилл? Ну, пойдем. Ты такие стильные.
ларёчке Сакского молокозавода мороженое продается. Вот сюда беги. Вот этого парка буквально недавно не было. Построили его. Такая красота. Ездили людям гулять. Здесь были просто деревья, все заброшенное. А сейчас посмотрите, какой шикарный парк. Ой, какой ты молодец, Кирюша. Скалолаз, умничка. Давай-давай, старайся, зайка. Классная такая площадка. Для деток самое то, что нужно. Малышка Ками. Давай, Бала. Дальше, дальше, выше. Не бойся, не бойся. Преодолевай свой страх, Кирюха. Потихонечку. Мы пойдем туда на лавочку с Ками, ладно? Камилочка, она сломана, еще с лета была, я тебя не смогу покатать. Она все прибегает, бедная, она хочет, чтобы я ее покатала. А я не могу. Ну, не то, что я не могу, она сломанная. Что? Ух ты, класс, Кирюха. Камилочка пошла с папой на прогулку, Тёмочка спит. А с ним останавливаться нельзя. Он говорит, посиди, отдохни, попей кофеечку. Термокружки взяла кофе. У мужа кофеечек. Охраняю Кирюшкин самокат, пока он там гуляет. Красота, свежий воздух, горячий кофе. Детки рядом, вот это красота. Ну рассказывай, куда ты с папой ходила? Это горячий кофе, ты маленькая еще. Тебе кофе нельзя, он горячий. И для взрослых. Ты куда ходила? Красотка. Кстати, держит Камилочка горячую очень. Мне не жалко, зайка. Очень горячая. Держит очень хорошо тепло. У меня он открыт уже минут 20. И кофе как был горячий, так и горячий. Хочу, чтобы немножечко остыл. Класс. Знаете, вот хочется так вот жить. Радоваться жизни. Радоваться своей семье. Ходить с семьей на прогулочки вечерние. Вот это рай. Красота. Ты мне куртку складываешь, Ками? Ходит туда-сюда, туда-сюда. Куртку складывает. Вот здесь тебе не лавочка, да, со мной рядом, Ками? Решили прогуляться к морю. Кайф. Мы раньше выходили на прогулку, выезжали к морю по вечерам очень часто. Потом что-то разленились, забросили это все дело. Нужно вновь возобновлять. Это лучше, чем лежать на кровати и набивать желудок. Лучше гулять, дышать свежим воздухом. Красотка. Красотка. Шашлыками, да, где-то пахнет? Эти шашлыки, там надо купить мангал. Ой, прям шашлыками пахнет.
Смотрите, как красиво. Какая красота. Камилочка от меня убежала к папе. Очень она любит папу. Папа ее очень любит. Иду. И такое спокойствие, такой релакс. Отдыхаешь душой и телом, отдыхает и голова. Такие моменты, они бесценные. И это лучше, чем сходить в кафе, в ресторан. Кружечка, кофе. Прогулка и отдыхаешь, наслаждаешься. Аквапарк. Летом, конечно, здесь очень много людей. Зимой мало. Кошечка. Моя ты крошка. Пойдем. Езжай. Море, но сейчас не видно. Мы сейчас познакомились с женщиной, у нее сын аутист, но он взрослее Ками. Мы идем с Камилкой, она идет сзади нас с ним. И они, представляете, с друг другом начали переговариваться. Так интересно. И вот мы с ней шли, разговаривали. Они, оказывается, сами из Донецка. Переехали сюда уже давно. Рассказала мне много интересного. Такая приятная женщина. Не знаю, сейчас море будет видно или не будет. Не, не видно. Там море. Карадинес. А, кстати, сейчас туда вот можно к причалу пройти. Он тоже говорит, мы где только не были. В Киеве, в Харькове. Каких только врачей не наблюдали. За границу летали с ним. Он не разговаривает, он говорит, единственное слово говорит, привет, дай и море. Вот море, мы когда подошли к морю, он говорит, море. Тоже, говорит, очень любит воду, часто путает день с ночью. Что поговорили, очень много сход с Ками. Я первый раз вижу такого взрослого аутиста. А все, ты устала, что ли? Ну посиди, отдохни. Деловая нога на ногу. Куртку складывает. Красота. Все же наши пляжи самые лучшие. Вот я больше люблю наши пляжи, чем на Юбака. Оля, здесь можешь не проехать. Ты. Мы сейчас пойдем море поснимаем. А его не видно будет здесь. Прямо возле моря плохое освещение. Хоть шум прибоя вам поснимаю. О, Тёмыч проснулся. Красота. Ками, возвращайся. Молодец.
Так, если были бы сидеть, сели бы на эту лавочку с своими термокружками, подышали бы морским воздухом и послушали шум прибоя. Ками, все интересно, все рассматривает. Ками, пойдем давай уже домой. Темочка у нас, если просыпается, вообще не лежит, не сидит в коляске. Сразу на ручке, ручной ребенок такой. Пойдем. Давай, будем катить с того коляску с рюкзачком. Чтоб хоть не пустую катить. Тёмыч, что, устала, что ли? Где бы Камень не гуляла, все же качели ее родные, она бежит туда. Камейка. Карина что-то там на кухне делает. Камя. Не захотела пешком, да? Да ну не складывай эту куртку. Да, выходи. Молодец. Мои руки не для скуки. Честно, нет, чтобы пойти полежать, отдохнуть. Но нет, мне надо помыть обувные полочки. Сейчас буду их драить. Для тех, кто недавно на моем канале, девчонки, советуют, если у вас особенно ребенок, такие вот ортоковрики постелить там, где она чаще всего или он ходит. Вот у нас такой вот коврик еще. Вот здесь вот на лоджии, она здесь любит стоять, вон там уже вообще темно, и смотреть в окошечко. Классная штука, полезная. Хочу еще несколько купить, даже их постелить везде. Полочки я уже помыла, сейчас пооткрываем, чтобы проветривались они всю ночь. И буду здесь мыть полы, что испачкала полы, пока мыла полки. Ну, да, ты будешь первым дегустатором. Как тебе, Ками? У нас вечернее чаепитие. Приготовила такие вот печенюшки. Соседка моя несколько дней уже говорит, что готовит печенье. Говорит, очень быстро, из доступных продуктов и вкусно. Вот, я говорю, давай мне тоже рецептик. Вот она мне дала. Каринка с Кирюшкой сделали их, я сделала им тесто, они уже сделали такие кружочки. Ну, вроде ничего, так вкусненько выглядит. По-домашнему сейчас будем пить чай. Варенье, малиновое, груша и здесь мед. Ну, раз Камя ест, значит, ей понравилось. Значит, вкусно. Красотка.